I believe in the, in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, you, wicked people are born. Конец 1980-х, начало 1990-х годов ⁇ это не только кризисное время и распад существующего строя, но и невиданный ранее всплеск преступности. Именно в это время орудовали организованные преступные группировки и страшные маньяки одиночки. Среди них был и этот серийный убийца, который известен под прозвищем Черноколготочник. В течение двух с лишним лет в Таганроге сексуальный маньяк нападал на девушек и убивал их садистским способом. Отличительной чертой всех его преступлений были черные колготки, которые он оставлял на обнаженных телах жертв. Ранним утром в тихом переулке случайными прохожими было найдено тело мертвой обнаженной девушки. 16-летняя студентка Таганрогского металлургического техникума Анна не дошла до дома всего-то несколько шагов. Судмедэксперты после вскрытия тела установили факт изнасилования жертвы в обычной и извращенной формах. Джинсы, туфли, поясок, нижнее белье на месте преступления отсутствовали. Пропали даже сережки с маленькими камушками белого цвета. Единственная деталь одежды, оставшаяся на потерпевшей, — это черные колготки. Очевидцы рассказали, что Канни в день гибели приставал пьяный мужчина, но прохожие заступились за Анну. Нападавшего удалось вычислить и задержать, однако он заявлял, что не лишал жизни девушку. Экспертиза подтвердила, что напал на Анну другой человек. Еще одним подозреваемым был таксист, подвозивший ее до дома, однако его невиновность также была доказана экспертизой. Больше у следствия подозреваемых не было. Известие о жестоком убийстве мгновенно стало самой обсуждаемой новостью Таганрога. Люди с тревогой ждали результатов расследования. Проходили дни, но следствие не сдвигалось с мертвой точки. Постепенно дело стало забываться, но новое, еще более зверское убийство заставило общественность вновь заговорить о гибели студентки Анны. Через две недели в том же районе Таганрога, в стоящей на пустыре недостроенной бане, был найден труп 16-летней девушки. Обстоятельства убийства те же. Жертва умерла на своей улице, не дойдя до дома буквально двух кварталов — с места преступления исчезли джинсовая юбка, черный свитер, золотые серьги, колечко и перстень. Но главное, как и в предыдущем случае, убийца оставит единственную вещь. Это колготки черного цвета, разорванные между ног. Стало очевидно, что в городе появился сексуальный маньяк, которого черные колготки подталкивают к преступлениям. В местной газете и по телевидению с предупреждением выступили сотрудники полиции. Они заявили, что молодым девушкам не стоит гулять в темное время суток, а также на время расследования исключить из гардероба черные колготки. После новостей о преступлении убийства прекратились. Прошло лето, подошел к концу сентябрь. И Таганрог вновь содрогнулся от страшного происшествия. На этот раз потерпевшей оказалась 20-летняя работница завода «Прибой». Сексуальный маньяк оставил тело жертвы среди деревьев садоводческого товарищества «Яблочко». Очевидно, кто-то спугнул убийцу, потому что он не успел полностью раздеть девушку. Но черные колготки были надеты и разорваны в зоне промежности. Следователи также обнаружили следы веревок на руках, а во рту жертвы был найден кляп из пачки сигарет «Ватра». Оперативные совещания в управлении уголовного розыска проходили ежедневно. Следователи опросили всех ранее судимых, имеющих психические отклонения и состоящих на учете людей, гомосексуалистов и просто подозрительных личностей. По адресам, где произошли убийства, оставляли засады. Отрабатывались десятки версий, но маньяк, благополучно миновав ловушки и засады, совершил новое убийство. Девушка была изнасилована, задушена и раздета. На нее были надеты лишь черные колготки. На месте преступления маньяк оставил расческу и связку ключей. Большинство ключей и связки были типовыми и не давали возможности опознать преступника. Однако один из них был сделан на Таганрогском металлургическом заводе. Это значит, что ключ был приобретен на территории Ростовской области. Началась работа по подбору ключей к замкам. Поиски в частном секторе Таганрога результатов не дали, и началась проверка многоэтажных домов. Следственную группу по делу черноколготочника возглавил начальник управления уголовного розыска Виктор Бураков, который в том же 1990 году возглавлял специальную оперативную группу по поимке другого серийного маньяка, действовавшего в Ростовской области, Андрея Чикатило. Также в расследовании дела таганрогского маньяка участвовал психиатр Александр Бухановский, ранее составивший психологический портрет Чикатило, когда тот еще не был пойман. На этот раз психиатр разрабатывал портрет черноколготочника. Бураков и Бухановский обратили внимание на то, что колготки были надеты на голое тело. Психиатр спросил 150 жительниц Таганрога о том, как они надевают колготки. По результатам опроса стало понятно, что маньяк снимал с жертв нижнее белье, заново надевал на них колготки и разрывал ластовицу. После того, как черноколготочник лишил жизни свою третью жертву, Бураков и Бухановский обратились к нему напрямую по телевидению. Психиатр пообещал не выдавать маньяка полиции, если тот обратится к нему за лечением. После этого выступления в редакцию газеты «Таганрогская правда» пришло письмо, в котором неизвестный выдавал себя за черноколготочника. «Он маньяк, говорите вы все. Нет, мне просто нравится делать то, что я делаю, и нравится риск. Без него жизнь, мура зеленая. Но что поделать, это все стало для меня какой-то зависимостью. Я уже не могу без этого. Ясно вам? Ну, пока. Спите спокойно. Ваших девочек я не трону, даю слово. Ваш навсегда маньяк». И все же после обращения психиатра маньяк затаился, преступления прекратились. Позже причины затишья выяснились. Убийца нашел постоянную партнершу и немного успокоился. Однако оперативники не прекращали работу, что в конце концов и помогло обнаружить в обычном уличном хулигане жестокого сексуального маньяка. Можно сказать, что задержали его случайно. Поздно вечером стоявшие на автобусной остановке молодые люди услышали женские крики о помощи. Какой-то парень пытался увести девушку в темный переулок. Мужчины бросились на помощь, завязалась потасовка. Уже через несколько минут подъехал наряд полиции, и нападавший парень был задержан. После обыска в квартире у подозреваемого изъяли множество личных вещей, принадлежащих убитым девушкам. Ключи, золотые изделия, другие мелочи. Совпали отпечатки пальцев, а также группа крови задержанного и убийцы. Вскоре и он сознался в содеянном. Задержанного мужчину звали Юрий Цюман. Родился будущий маньяк 30 января 1969 года в городе Таганрог Ростовской области. Детство мальчика нельзя назвать счастливым. Его родители страдали хроническим алкоголизмом. Маленький Юра рос в бедности среди бесконечных пьянок и скандалов. Тюман смертельно боялся отца, избивавшего его за малейшую провинность. Мать также его била и угрожала повесить или задушить веревкой за непослушание — к тому же, как в семьях многих юных маньяков, в семье Тсюмана господствовала двойная мораль. Родители навязывали ему жесткие и пуританские правила, но при этом каждый из них их не соблюдал. Отец мальчика был неоднократно судим за воровство. А когда он тяжело заболел и беспомощно лежал в соседней комнате, мать стала приводить домой любовников и вступать с ними в половую связь на глазах у маленького Юры. Также у будущего маньяка был старший брат, но и с ним особо теплых и близких отношений не сложилось. Сам Юрий уже на допросе рассказывал, что все его детство прошло в постоянном страхе. В основном воспитание заключалось в тотальном контроле. За малейшим нарушением следовало физическое наказание. Все члены семьи боялись отца, но его поведение можно было предсказать, потому что наказывал он всегда примерно одинаково. А вот то, как поведет себя мать, порой предсказать было трудно. Она всегда придумывала оригинальные и изощренные методы наказания за вроде бы странные, невинные вещи — Однажды, когда она шла с Юрием по улице, мальчик увидел, как женщина покупает ребенку его возраста мороженое, и громко спросил маму, купишь мне такое же? Ну, пожалуйста. Женщина, покупавшая ребенку мороженое, подняла голову и снисходительно улыбнулась. Конечно, куплю, солнышко. Принесем домой продукты, я сюда вернусь и куплю, ответила мать Юрия. Ребенок поверил ей и успокоился. А когда они пришли домой, мать сильно избила сына и закрыла его в кладовке на несколько часов. В другой раз мать разрешила ребенку завести собаку. Юрий тут же притащил в дом маленького щенка, с которым стал проводить все свое время. Родителей щенок стал раздражать уже через час его пребывания в квартире. Продолжалось детское счастье недолго. Через пару месяцев Юра чем-то провинился перед матерью. Женщина взяла за шкирку щенка, спустила на первый этаж и с силой выбросила его в кусты. Очень часто женщина отправляла сыновей к своим родителям. Маленький Юра очень любил проводить время в гостях у бабушки и дедушки. Там он чувствовал себя в безопасности и не боялся наказаний. Юрий имел особую связь с дедушкой. Мужчина часто проводил время с ребенком, водил его на рыбалку и без конца чему-то обучал внука. Дедушка был для мальчика главным человеком в жизни, но когда ребенку было 9 лет, мужчина умер. Это было огромным потрясением для ребенка. Маленький мальчик лишился очень важного для него человека. Первое влечение к противоположному полу парень испытал лет в 13-14. Он любил подглядывать за женщинами в бане и рассматривать эротические картинки, хотя себя в этот период он стал считать некрасивым. Юрий неоднократно пытался что-либо изменить в своей внешности. Перекрашивал волосы, применял лак для волос, делая шевелюру более пышной. Он начал считать себя привлекательным только после того, как однажды сделал химическую завивку. Но своего тела мужчина продолжал стесняться, даже во время интимной близости он предпочитал не оголяться полностью. После окончания школы Юрий поступил в ПТУ. Там же он пристрастился к алкоголю. В это же время он окончательно рассорился с родителями и стал питаться самостоятельно, потому что его мать в порыве гнева повесила на холодильник замок и запретила сыну брать оттуда еду. Студенческой стипендии не хватало на нормальные продукты, в результате чего парень перешел на одноразовое питание. Тюман мог съесть за день всего лишь несколько пирожков, в дальнейшем такой ритм приема пищи сохранится. Во время обучения в училище Юрий познакомился с девушкой, но их отношения развивались очень медленно из-за стеснительности и неуверенности Цюмана. Несмотря на то, что с возбуждением у будущего маньяка все было в порядке, он испытывал страх перед половым актом, потому что боялся проявить свою неопытность. В итоге, когда девушка предложила ему в первый раз заняться сексом, он из-за страха растерялся и впоследствии тяжело переживал из-за неудачи. Спустя время об этой ситуации стало известно друзьям Цюмана. Видимо, в компании начали над ним подшучивать. Любое упоминание об этой теме Юрий воспринимал в штыки и обижался. Он совсем перестал знакомиться с девушками, и даже во время простого разговора с представительницей женского пола его сразу парализовывало. Алкоголь немного упрощал задачу, но лишь слегка и на короткое время. Обычно он пил в кругу друзей, а затем садился на автобус и, едва разбирая дорогу, шел домой. Так случилось и вечером 24 декабря 1986 года. В полупустом ночном автобусе он заметил девушку с длинными ногами в обтягивающих джинсах. Юрий сам не заметил, как вышел на одной с ней остановки и пошел следом. 17-летняя Лена спешила домой и не обратила внимания на парня, который вышел вместе с ней на остановке. Сначала маньяк попытался изнасиловать ее прямо на снегу, но девушка предложила пройти к ней домой. Она объяснила, что там будет удобнее. Сама жертва надеялась, что дома будут ее родственники, или же по дороге их увидит кто-то из знакомых или соседей. Но этого не случилось. Квартира была пуста. При попытке совершить половой акт, возбуждение у маньяка пропало. Разозлившись на девушку за то, что она оказалась свидетельницей его провала, Юрий принудил ее к оральному сексу. Потом преступник связал ее руки за спиной колготками и начал над ней издеваться. Запихнул в рот кляп, завязал глаза, избивал и душил. Наконец, от одного из ударов девушка потеряла сознание и, вскоре очнувшись, не подала виду. Тюман решил, что убил свою жертву, Уходя, Юрий забрал несколько вещей из квартиры, развел на полу костер и ушел. Но девушка сумела развязать узел, освободилась и потушила пожар. Сам же преступник впоследствии полагал, что совершил убийство. Надо заметить, что судьба первой жертвы маньяка достоверно неизвестна. Есть версия, что она все же погибла в огне. С 1987 по 1989 год Юрий проходил военную службу в ракетных войсках. Вернувшись домой, он стал вести прежний образ жизни. На работу Юрий не ходил, употреблял много спиртных напитков. Как-то раз поздним вечером он снова напал на девушку. Отвел ее в недостроенный дом и попытался изнасиловать. Но Цюман так и не смог совершить с ней половой контакт в естественной форме. Жертва вырвалась и побежала навстречу мужчине с женщиной, которые шли неподалеку. Юрий испугался и сбежал. Это преступление не дошло до рук полиции, но преступнику стали угрожать друзья пострадавшей. В итоге Юрий был вынужден на несколько месяцев уехать к другу в Ставрополь. Когда он вернулся, то продолжил употреблять алкоголь в большом количестве. Сюман мог за один раз выпить до полутора литров водки, и это повторялось практически ежедневно. В алкогольном опьянении мужчина становился агрессивным, а на следующее утро Тюман не помнил. Еще одним увлечением Юрия стали фильмы со сценами насилия. Он часами смотрел видео, в которых присутствовали сцены насилия и жестокости. Мужчина провел себе домой кабельное телевидение и не пропускал ни одного триллера. Позже на допросе он расскажет. Телевидение вызвало у меня отклонение. Там постоянно шли фильмы о насильниках, монстрах. Мне захотелось женщину. Я изнасиловал и убил. Скорее всего, и любовь к черным колготкам у него появилась после просмотра какого-нибудь фильма. Бывшая сожительница Юрия рассказывала следователю, что она очень возбуждала, когда она надевала темные чулки или колготки и туфли на высоких каблуках. В 1990 году Юрий лишил жизни 17-летнюю учащуюся металлургического техникума Анну Линербергер. Девушка была одета в обтягивающие джинсы. Ее внешний вид очень возбудил Юрия, и он последовал за ней. Впоследствии на допросе маньяк рассказывал, что ему принесло удовольствие именно доминирование и ощущение своей власти над женщиной. Концентрации непосредственно на половом акте не было. Когда Цюман раздевал Анну, он увидел на ней черные колготки. Ему очень понравилось, как ноги выглядят в колготках. Он обрывал и натягивал их ту же, чтобы усилить впечатление. Но половой акт совершить ему не удалось. Возбуждение было, но в процессе все сходило на нет. Мужчина пытался совершить акт в традиционной форме и возвращенной, но у него не получалось. В итоге он просто задушил девушку. Сам процесс убийства ему не приносил удовольствия, но не вызывал и страха. Следующий он убил Ирину Рявкину. В ночь убийства Юрий шел из ресторана, где сидел с друзьями, и вновь был сильно пьян. Настолько, что даже впоследствии на допросе он не мог точно рассказать, как добрался до места убийства. Пустынные автобусные остановки – Ирина вышла из приехавшего автобуса и сразу привлекла внимание Тюмана. Выбрав подходящий момент, когда никого рядом не было, Юрий напал на девушку со спины, он прикрыл ее рот рукой и оттащил в сторону, затем ударил в грудь. Маньяк повел Ирину к недостроенному зданию бани. Попасть в нее можно было только через окно на втором этаже, поэтому маньяк начал подсаживать жертву, а потом залез следом за ней. Ирина не сопротивлялась, когда преступник стал раздевать ее, разрывать черные колготки и связывать руки за спиной бюстгальтером. Она лишь предложила маньяку золотые сережки и кольца. Но Сюман отказался и попытался изнасиловать девушку, но не смог. Далее, используя пустую пачку сигарет как кляп, он заставил ее встать на колени и задушил девушку. После убийства Ирины маньяк затаился на несколько месяцев, но в сентябре 1990 года он пошел на празднование дня рождения товарища. На празднике он познакомился со своей следующей жертвой. Девушку звали Ольга Кудимова. Он действовал по отработанному прежде плану. Ольга совершенно не сопротивлялась. Возможно, она думала, что это ее спасет. Но, к сожалению, убийца не оставил девушку в живых. Он задушил ее нижним бельем и ушел. После убийства Кудимовой Юрий не убивал целый год. Потому что Тюман познакомился с девушкой по имени Раиса и влюбился. Раиса была намного старше Юрия. В первый раз половой акт с девушкой тоже не удался, но Раиса совершенно не осуждала его за это. Наоборот, она говорила маньяку, что это совершенно нормально и такое бывает со всеми. Юрий проникся доверием к Раисе. Со временем проблемы в половой жизни маньяка прекратились. Он даже бросил пить, потому что Раиса относилась к этому крайне негативно. Первое время в их отношениях царила идиллия. Но однажды пара возвращалась после ресторана домой. Тюман был немного пьян и внезапно набросился на спутницу. Он ударил ее в живот, повалил на землю и зажал рот. Раиса закричала, но сожитель нанес ей еще несколько ударов, а потом, словно очнувшись, произнес «Извини, не узнал тебя». На следующее утро мужчина просил прощения за случившееся, и девушка его простила. В следующий раз Юрий ударил Раису, когда услышал, что девушка ругается матом. Он схватил ее за шею и начал душить, но позже отпустил и снова извинился. За время отношений он постоянно ревновал девушку. Сожительница неоднократно пыталась бросить Сюмана, но тот каждый раз после этих разговоров предпринимал попытки самоубийства, нанося себе глубокие раны ножом. В конце совместной жизни Юрий опять начал пить. В итоге Раиса решила прекратить отношения. Для молодого человека это стало настоящей трагедией. Он пытался вернуть девушку, писал ей письма, но девушка была непреклонна. После расставания Юрий вновь совершил преступление. Он в состоянии алкогольного опьянения напал на девушку, которая шла недалеко от него. Она возвращалась домой. Тюман напал на нее сзади, изнасиловал и задушил девушку. На месте преступления Юрий оставил ключи от своей квартиры. 9 декабря 1992 года Тюману было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 102 «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах», статьей 117 «Изнасилование» и статьей 146 «Разбойное нападение». Обвиняемый Тюман суть дела понял, но виновным себя признал частично. Он пояснил следователю, что нападал на потерпевших не с целью разбоя, а с целью их изнасилования, и убивал не из корысти, а с целью сокрытия изнасилования а также добавил, что насилие и убийство он всегда совершал в состоянии алкогольного опьянения. Тюрин объяснил причины своих преступлений таким образом. «Явно не хватало женщины. Я по натуре человек скромный. Даже сейчас, когда мне хочется курить, я стесняюсь попросить сигарету. Так же и во всем остальном. С юношества я не знал, как подойти к девушке, о чем с ней говорить, как в ее присутствии себя вести. Меня все это пугало». Но со временем, я одел на лицо маску, то есть, хотя внутри меня все замирало от страха, я мог с улыбкой на лице заговорить с девушкой на улице. Но, тем не менее, постоянной девушки у меня не было, и в половую связь я ни с кем не вступал. Юрий считает себя психически здоровым человеком, а свои преступления связывает с алкогольным опьянением. Отошел от своего нормального состояния и потерял над собой контроль. Нормы поведения забылись. Захотелось женщину, и я взял ее силой. Не считаю это болезнью. Не будь я сильно пьян, я бы никогда не совершил эти преступления», — рассказывал Юрий. Тюман отмечал, что на фоне комплекса сексуальной неполноценности ему был необходим факт обладания женщиной. «Даже нельзя сказать, что мне нужен именно половой акт. Просто осознание того, что я был женщиной. Ведь, насколько мне помнится, половой акт полностью не заканчивался». Также Юрий рассказал, что черные колготки обладали возбуждающим действием. Однако целенаправленно и осознанно женщин в колготках не искал и предполагает, что если бы они были без колготок, произошло бы то же самое. Связывание рук объяснил тем, что хотел быть уверенным в том, что жертвы не убегут. Говоря о непосредственных сексуальных действиях, Юрий пояснял, что просто пробовал. Если не получалось, не продолжал. В ходе предварительного следствия Тюман подробно рассказывал о каждом эпизоде. «Мне хотелось выговориться, освободиться от этого непомерного груза, Позднее напишет он в своем дневнике. Но в суде, который состоялся в феврале 1994 года, он начал менять показания, отрицать причастность к трем совершенным им убийствам. Постепенно чувство вины, раскаяния, сменилось жалостью к себе. В первые дни задержания он готов был сразу, без суда и следствия, пойти на смертную казнь. Тогда ему было всего 23 года. За долгие месяцы следствия и судебного заседания он поменял свое мнение. Юрий решил бороться за свободу любыми способами, но на месте каждого преступления оставались неоспоримые вещественные доказательства. После длительного судебного разбирательства вина Юрия Цюмана по всем предъявленным ему обвинениям была доказана, и это позволило Ростовскому областному суду вынести преступнику смертный приговор, который впоследствии был заменен пожизненным сроком. В данный момент Юрий Цюман отбывает свое наказание в исправительной колонии «Черный дельфин». Психиатры выявили личностные особенности Юрия. Среди них недостаточная личностная зрелость, дисгармоничность, запаздывающая социализация, эгоцентризм и безинициативность, в том числе в ситуациях, располагающих к сексуальному общению. Юрия можно отнести к неустойчивому типу личности. Он легко бросал работу, прогуливал, стремился к легкому, быстро обогащающему труду. Также Тюман был равнодушен к будущему, он никогда не строил планов и жил одним днем. Также психиатры считают, что Юрий Тюман страдает острой дисморфофобией. Он боялся потерпеть фиаско перед девушками и испытывал ненависть к ним из-за страха. На фоне этой фобии у него появилось расстройство сексуального поведения, которое начало стремительно прогрессировать. Выраженное психическое заболевание, неспособность различать эмоции и специфическое окружение стали факторами того, что Юрий нападал на девушек. Первичным его желанием было именно насилие. Расправлялся с жертвами он для того, чтобы скрыть следы преступления. Тюман уже при нападении знал, что не собирается оставлять девушку в живых, и начинал исследовать на ней грани собственной жестокости. Дорогие гости и подписчики канала, как вы думаете, если бы Юрий вовремя обратился к специалисту за психологической помощью, можно было бы избежать всех преступлений? Почему сожительница Цюмана не сообщила полицию о его сексуальных желаниях и насильственных действиях в свой адрес? Свои ответы оставляйте в комментариях. все, а мне все Если там женщина красивая, да? У нее вот юбка там в обтяжку, все это самое. Вот симпатичная Когда одетая, вот, чулки там, вот, та самое, вот так вот. То есть чулки, колготки, вот да? да. Я не говорил, что я начал раскаиваться. Я сказал, что я многое понял. Именно так оно и есть.